Всем здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал Цветовод. Меня зовут Ольга, и сегодня у нас будут две вот такие чудесные распаковки. Тут аж три колотей, поэтому будет очень интересно. Специально сделала такую интригу-замануху для вас, показываю именно все, как буду распаковывать. Заодно мы сравним. Вот эта посылочка ехала Укрпочтой, а вот эта большая ехала Новой почтой. Посмотрим, как в зимнее время почты справляются с пересылкой растений. Минус у нас, если и был ночью, то, возможно, где-то -1, -2, когда ехали посылочки. А так вообще температура у нас сейчас плюсовая. Ну, давайте приступим к распаковке. Начнем с маленького, а потом перейдем к шикарной большой посылочке. Так, буду распаковывать вместе с вами. И чтобы вам не было скучно, я ускорю этот процесс. Итак, смотрите, друзья, тут неплохая зимняя упаковка, вот такой фольгированный пеноизол. Обычно у нас стараются в зимний период времени упаковывать растения именно таким способом. Либо просто вспененный утеплитель, либо вот такой фольгированный. Очень классно спасает растения от перемерзания. Поехали дальше. А тут, похоже, мне положили какой-то подарочек. Мне кажется, это какой-то черенок чего-то. Да? Завернут вот в туалетную бумагу. Давайте посмотрим. Да, какие-то листики фиалки. Но, к сожалению, не положили к листикам ватный спонж влажненький, и кончики листиков подсохли. Но я срежу, сделаю новый срез свеженький и поставлю их на укоренение. Посмотрим, что это будут за фиалочки. У меня, конечно, фиалок дома нет, разведением фиалок я не занимаюсь, но посмотрим. Конечно, вот этот листочек подмерз, видите? Фиалки, наверное, в такое время года пересылать просто опасно. Спасибо на этом. И посмотрим, что же тут с нашей колотейкой. Я удивлена, друзья, потому что колотею мне прислали без горшочка, без грунта. Ну, была колотейка, как обычно, как всегда, я, ну, никогда мне... Один раз мне пересылали с голой корневой системой, но там и на фото у продавца было растение с голой корневой системой. Ну, тут вот так продавец вынул из горшка, даже в зимний период не побоялся этого сделать. А-а-а! Все рассыпалось. Ну, покажу вам корневую систему. Корневая система довольно неплохая. Видите, вот такие бульбочки у сорта колотея макоя или макаяна. Вот это для нее характерное наращивание вот таких бульбочек. Это прям для нее норма. Они становятся потом с возрастом вот такие большие, крупные. Вижу много новых ростиков, это хороший знак, поэтому я думаю, что я высажу эту колотейку, и проблем у меня с ней не будет. У меня была такая колотея в коллекции, она разрослась в большую громадину, я ее продала, и теперь решила растить опять снова с маленького череночка. Мне нравится процесс выращивания, и вот хочу снова вырастить колотейку макоя. Сорт из неприхотливых, у нее достаточно плотные листочки, и благодаря этому она не поражается клещом, она не так часто портит листья, ну, то есть у меня с порчей листья у этого сорта вообще не было проблем, никогда рыжих участков на этом сорте не было, поэтому будем высаживать. Возможно, даже процесс посадки я постараюсь заснять вам на видео, потому что знаю, будет много вопросов, будет вам интересно это посмотреть, и, наверное, я это все-таки сделаю для вас,
в следующем своем видео. А пока перейдем к огромной посылке. Итак, сверточек номер раз. Достаточно такое компактное растение. Я, честно говоря, думала, что колотеи эти будут выше по своему размеру. Ну, так они мне казались на фото. Но фото – это всегда фото. Это не то, что ты видишь в реальности в магазине и покупаешь растение из магазина офлайн. Ну, смотрим. Итак, друзья, это вот такая колотейка сорта Manoa Blush. Почему сорт Manoa Blush? У нее по краешку листочка как бы вот такая, как двойная окантовочка. Видите, вот серединка розовая, и тут еще тоненький розовый кантик. А вот это интернет нам выдает как сорт Manoa Blush. Она вот этим отличается от колотеи Рози и от колотеи Кримсон. Сортик компактный, видите, вот такая розеточка, прям меня даже очень порадовала, что она небольшая, не слишком много места будет занимать в коллекции. Упакована, ну, конечно, грунт у меня просыпался, если бы видели, что творится у меня тут на ногах, тут все в грунте, упаковано было так себе, но главное, что растение не померзло, доехало в целости и сохранности, будем адаптировать. Что еще хотела сказать, в зимний период, получая посылку, не распаковывайте ее сразу, дайте ей пару часов постоять у вас согреться, вот когда она чуть-чуть согреется, акклиматизируется, так сказать, тогда приступайте к распаковке, и тогда, ну, будет менее травматично для вашего растения. Ну, классная колотея, я прям довольна, красивый сорт. И поехали к следующей. А вот эта колотейка, которая ко мне пришла, это колотейка Розиопикта Рози. Розиопикта означает круглую форму листа, ну а Рози это, собственно, ее сорт. У меня была колотейка Рози, но маленькая деленка, и, к сожалению, она не выжила. Еще годами ранее у меня был тоже классный экземпляр, потом я перестала восхищаться колотеями, распродала практически всю коллекцию, вот теперь я ее восстанавливаю заново. И вот такого сорта, ну, на данный момент у меня в коллекции не было, попался мне, наконец-таки, на просторах интернета, и я решила его заказать. А что я буду делать с колотейками, которые ко мне пришли? Я их сейчас в обязательном порядке поставлю в карантинное место, то есть отдельно от всех моих остальных растений. Примерно на месяц. Вот этого будет, ну, прям-таки достаточно. И на выходных я планирую произвести обработку от клеща двумя препаратами. Препаратом Нисаран и препаратом Фитоверм. А почему делаю двумя препаратами? Потому что Фитоверм воздействует на взрослую особь клеща, а Нисаран воздействует на яйца и нимфы клеща. То есть это молодые особи клеща, а на взрослую особь он не воздействует, поэтому приходится производить обработку двумя препаратами, чтобы это было эффективно. На моем канале есть видео, как правильно делать обработку, какие манипуляции я делаю. В
прошлом своем видео я тоже рассказывала, как я это делаю. Там было прям-таки видео углубленное об уходе за всеми колотеями, как я произвожу уход за ними. Кому интересно, переходите на мой канал и обязательно смотрите эти видео, поддерживайте лайком мои видео. Мне будет очень приятно, всегда безумно приятно читать ваши комментарии, когда вы пишете добрые слова. Это вот так вдохновляет, поддерживает. Ну, я вам действительно благодарна за это. Буду делиться еще с вами всеми своими новинками. Перед обработками от клеща я всегда обмываю мыльным раствором, любым мылом, намыленным растение и оставляю высохнуть. И через пару часов произвожу обработку. Сейчас я, ну, пару часиков еще подержу холотейки вот так вот просто согреться. А потом произведу полив с препаратом HB101. HB101 это классный антистрессовый препарат, препарат-адаптант, очень с натуральным крутым составом. Всегда им поливаю все мои колотеи и все-все-все растения в доме. Как раз для адаптации этих колотей это будет идеально. Ну и, конечно же, колотейку макоя, которую мы будем с вами высаживать, я после посадки тоже полью с этим препаратом. Видео с посадкой я вам пообещала записать, показать, будем исполнять. Ну, а пока что можно сделать это, безусловно, протереть листики данных колотей от мусора, от грунта, который растрясся в дороге. В грунт Голландия высаживает в очень классный, рыхлый, вот такой пористый. Тут кокосовый субстрат, скорее всего. Поэтому новоприобретенные растения голландские, вот такие, я никогда не пересаживаю. До полугода я точно содержу их в их родном субстрате, и они прекрасно растут, прекрасно наращивают листву, наращивают корневую массу. Там еще корням, поверьте, место есть, где развиваться. Сейчас нет смысла увеличивать горшок. И через полгодика, ну, тогда уже можно будет приступать к пересадке вот этих растений. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам понравились мои новинки. Всегда приятно почитать, что вы напишете. Так что пишите мне, всем отвечаю, все комментарии читаю. До встречи в следующем видео.